Алло? Привет, Леш, это я. Да, привет, пап. Как дела? Да, ничего, нормально. У тебя чего? Отлично. Давай, рассказывай, чего стряслось. Да что-то с Машей поругались. Из-за чего? Изменила. Понятно. Да что тебе, пап, понятно? Что тут вообще может быть Ну понятно? подожди, подожди. Тебе надо просто выйти на улицу, подышать воздухом. Да? А? Как выйти? Ну как по лестнице выйдешь и все. Я понимаю, это все неприятно, больно, противно. Но поверь, Леха, оно все забудется, пройдет со временем. А вот если ты сейчас что-нибудь. А чудишь там, то никогда не забудешь, и жизни у тебя никакой не будет. А тебя мама когда-нибудь изменяла? Вроде нет. Хотя кто ее знает? Ну как я теперь выйду? Меня ж никто не поймет. Ну я пойму, Лех, я пойму. Давай, выходи, пойдем пивка купим. Светлого, да? Ну да, светлого, какой же еще. Возьмем ящик, там рыбка где-то еще была. Выйдешь? Лех, выйдешь? А ты тут уже? Ну да, здесь. Ты вон. В окошко выгляни. Да вон я стою, рукой машу. Вижу. Вижу. There's lots of pretty people here sharing sultries and passing letters, and there's lots of questions answered and metaphysical, astronomical songs, words printed all in papers that seem too mystical. It's so magical. People that dance and compute that no one's better than you. Не стрелять, не стрелять, он сдается, повторяю.